Ярославлю вновь доверили провести этап Кубка мира по лыжным гонкам. Именно сегодня состоялось организационное совещание, на котором правительство области отчиталось о подготовке к этому мероприятию. Рыбинск не зря каждый год попадает в списки городов, где проходят престижные лыжные соревнования российского и даже мирового уровня. У нашей области накопился богатый опыт их организации. Под силу ярославцам даже поспорить с природой, сотворить снежную трассу в бесснежную пору, как приключилось на Кубке мира в 2007 году. В 2012 же организаторы пообещали предусмотреть все возможные варианты развития событий и быть готовыми к любой, самой нестандартной ситуации. После недавней комиссии из Федерации лыжных гонок ФИС осталось только устранить мелкие недочеты, но и к ним в правительстве относятся очень внимательно. Нюансов на самом деле много, и внутри подготовки такого, в общем-то, очень серьезного мероприятия они постоянно возникают. Главное, чтобы этих нюансов не чувствовали ни лыжники, ни болельщики. Все шло гладко, все шло ровно, все шло безопасно. Но это мы, в принципе, делать уже научились. И я думаю, что в этом году это все будет так же. Для нас это уже не первый этап. Мы, в общем-то, показали свою готовность и умение проводить такие ответственные соревнования. В этом году он будет, в принципе, наверное, не менее интересным, чем в предыдущем. Мы постараемся сделать, чтобы, может быть, он был чем-то отличающихся от предыдущих этапов. Александр Рябков, Василий Мосин, городской телеканал.